сегодня замерз. Can we shoot or right now? No. Позывной калмык, служу здесь на Песках, в девятой роте. Командир у меня Жора. Девятая рота вот держит вот это все направление. То есть поедем еще по позициям, вы посмотрите. Очень большой, линия фронта очень большая. То есть держим, пока сдержим все. Я думаю, мы их по-любому не пропустим. Никак. Это 100%. То есть. Ну что я могу сказать? Будем до последнего стоять. Как сейчас ситуация на Песках? Так как, стреляют, как и раньше. Тяжелым чуть поменьше стали крыть, но все равно кроют. Стрелковая постоянно работает. Автоматы крупнокалиберные, БТРы. Ну, техника, вот недавно техника шумела. Кроют поменьше, конечно, тяжелым, но миномет работает ихний. АГСики, да. Они сейчас что-то активизировались в основном на Спартаке. У нас сейчас наши позиции, как так сказать, оставили немножко в стороне. Они сюда могли только тяжелым работать из окружающих поселков. Сейчас теперь вроде все. Как его или спрятали, или, ну, не верится, конечно, что они отвели. Да, скорее всего, спрятали, потому что все равно слышны выстрелы, говорю, тяжелым. Далеко летит, падает, разрывы мощные. То же самое вот недавно в город, уже до вокзала вот пару дней назад прилетело, тоже ж. Не с неба, что оно само упало. Кто-то что-то выпустил. Да, вот это уже, вот это отсюда, это край Песок. Это уже начинается поселок. Идет частный сектор. А уже по ту сторону Ставка, тут речка течет. И по ту сторону уже там уже жилые массивы. Я же говорю, вот они дачи, вот эти октябрьские. Выходят вот практически вот там вот перекрываются. Вот по ним они работают часто. А какие подразделения украинские там стоят с той стороны, известны? Да, я говорю, а он стоит, правый сектор, батальон. И стоят два батальона, Карпатская Сичь, по-моему, называется. И 95-я, по-моему, аэромобильная бригада стоит им. Бронетехникой помогает. Вот с этой точки, вот с этой точки, получается, мы держали, ну, два сектора. А здесь держали посадку, потому что по вот этой посадке постоянно лазили. Оттуда велся обстрел по нашим позициям. Ну и мы по ним работали, естественно, отсюда. Сам посмотрели. Все вот, не видно. Ты сколько уже на этих позициях воюешь? 8 месяцев. 9 месяц пошел. Именно на Песках, да? На Песках, да. Вот, слышал? Только что, вот, прострелил, смотри. Вот, только что, буквально 2 минуты назад, оттуда велся обстрел сюда. Вот. Слышишь, работает пулемет? Вот. Вот, пожалуйста, работает миномет. Бьет с горизонта, только куда бьет, я не пойму. Бьет, по-моему, он по своим. У них, пацаны, кстати, часто вот такая фигня, понял? Они, ну, часто между собой воюют. Батальоны разные, поэтому они что-то там не поделят, непонятно. Что не делят, я не знаю. Вот, пожалуйста. Короче, вот так вот потихонечку. Тихо, потому что АГС работает. Вот, разрывы, слышишь? По дачам, вот. По дачам, да, бьют. Можно идти. По дачам. Тоже дырочек понаковырено. Это ж вон в центре. Здесь тоже мины. Ряды. Там тоже, там градик летел. Тоже было все чисто, красиво. До поры до времени. Что ты, маленький? Это наш страж. Злой, правда? Да, айкончик? Айкон? Да. Да, айкон?
Старый воин уже тоже. Сколько здесь до их позиций? Ну они вот, новая позиция они делали. Вон винствол, что мы видели оттуда, ага. Здесь к нему ближе. Здесь вот на углу они недавно сделали позицию. Вон косилка стоит и левее неё плита, там, вот он за ней. Новую позицию подготовили себе, воспользовавшись перемирием, что огонь не ведется, обстрелов нету. А выкурили их как оттуда? Как? Пулеметичком. Это еще было неделю назад. Пески, да? Да, вон пески. Пески, да. Но да. Они почему-то очень боятся, когда их замечают и начинают туда работать. Прицельчик и по одной пулечке пульк, и смотришь, опять высунул голову, пульк, выстрел, опять высунул голову, выстрел. Что, зря стрелять нету смысла, а увидел, тогда да, открывается огонь. Как бы они нас ни называли, не мы к ним пришли, да. Они к нам сюда пришли и хотят что-то тут установить, свои правила, свои законы. Мы жили все время, придерживаясь, как бы, ну, русских традиций. Так что не надо нам навязывать вот эту ихнюю бандерщину, вот эту вот.